Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Маковлева Екатерина. Я являюсь директором проектов и преподавателем корпоративной кафедры Сбербанка СТ. Тема следующего видео – это квотирование закупок российской продукции в рамках 223-го федерального закона. В свете текущих изменений и санкционного давления тема импортозамещения приобретает особое значение. Мы о ней поговорим на видео «Консультант».